Всем привет, это канал Брат, я Юра, и меня 23 часа назад попросили сделать видео, как поставить Exposit на Flame 6 с нуля. Как поставить root, я уже неоднократно показывал. То, что надо потом будет установить SuperSUE 2.79 и обновить ее на следующий, это я уже показывал. Итак, у нас имеем телефон с открытым рутом и с установленным SuperSUE. Теперь нам нужно установить Exposit. Для этого нужно установить Exposit Installer 3.1.1, который устанавливает 87-ю версию Exposit. Если у вас телефон Meizu M2 Mini или M2 просто китайская версия, то вам нужно установить Exposit, который устанавливает 86-й Exposit, соответственно. После установки разрешаем все работы. Все, это галочки ставим. Теперь внутри самого приложения нужно установить непосредственно сам Exposit. Чтобы Exposit Installer установил нужную вам версию самого Exposit. Для этого скачиваем установить. Для этого жмем скачать. После скачивания даем права root приложению Exposit Installer и устанавливаем непосредственно Exposit. Установщик 3.1.1 выглядит таким образом. Установщик, который устанавливает 86-ю версию Exposit, он выглядит маленько по-другому, но смысл тот же самый. Там будет также кнопочка «Установить Exposit». Также он скачается, распакуется. Для установки попросит root-права, даете root-права. Телефон перезагрузится. После перезагрузки пойдет оптимизация приложения, то есть в большинстве случаев идет оптимизация приложения. Если у вас уже стоит нуга, то оптимизации приложения не будет, будет просто очень долгая загрузка системы, паниковать не надо, это нормально. Время оптимизации приложения либо перепрогрузки без оптимизации, если у вас нуга, на разный телефон занимает разное время. Все зависит от мощности железа вашего телефона. Итого у нас Exposit уже скачалась, жмем установить, далее root права, все у нас идет установка самих файлов, распаковка, все выполнено. Теперь внизу мы видим сообщение о том, что нужно выполнить перезагрузку телефона. Перезагружаем телефон, нажимав эту кнопку. Вот, после перезагрузки, зайдя в установщик, мы уже будем видеть, что зеленый фон, что Exposit включен, вверху галочка включена, то есть 87-я версия установлена и активирована. Соответственно, теперь уже можно устанавливать все любые модули, которые вам нужны. Тех модулей, которые у меня стоят, которыми я пользуюсь, я уже писал ранее. Также меня просили показать, как потом установить Flame Tools, хоть я несколько раз уже показывал. Но смысл того, что вот мы установили Exposit, сделали все настройки, перезагрузили телефон, приложение оптимизировалось, запустилось, после этого уже устанавливаем Flame Tools. Ссылку на Flame Tools и также на те версии установщика Exposit оставлю под этой видяшкой. Тем временем Flame Tools запустилась. Тут в настройках даем все разрешения, чтобы все работало как положено. Если у вас китайская версия прошивки, если у вас глобальная версия прошивки, то будет по умолчанию сразу все разрешено. На это сообщение оно всегда всплывает, такая версия. Соответственно, чтобы Flame Tools работал, необходимо в модулях Exposit его активировать и перезагрузить телефон. Что, собственно, сейчас и делаем. После перезагрузки уже Flame Tools работает как положено. То есть можно заходить уже во все эти менюшки, настраивать по себя все, что хотите. Это сообщение новой версии, можно не обращать внимания. Это, как я сказал, каждый раз всплывает. Нажмем Cancel. Так, итого. Flame Tools в системах, в эффектах. Короче, я уже тоже раньше повторялся, что мне не нравится та анимация, которая выставлена по умолчанию во Flame, потому что все очень резко. Если ставить в настройках самого приложения, то там можно уменьшить ее лишь в 1.5 раза. Во Flame Plus позволяет уменьшить скорость анимации в 1-2 раза. Мне это кажется более приятным, более удобным. Также мне удобно, когда кнопки назад и меню сверху на панельке, там где часы, либо батарейка. Часы и батарейку можно поменять, как вы хотите. Либо настроить свой вид, выставить часы там слева, справа, посередине, как удобно.
Тут вы уже настраиваете под себя, что вам больше нравится. Соответственно, каждое изменение будет отображаться сразу в интерфейсе телефона. Если все отображается, значит, Flame Tools установлен и работает как положено. Ну и, соответственно, Expose тоже установлен как положено. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.